Возле школы, детских садов не проложены тротуары, жалуются жители Ауэзовского района. В обращении указываются конкретные улицы и дворы. Свои претензии люди озвучили в общественной приемной партии Нур Отан. Так, меня как жителя микрорайона Достык интересует два вопроса. Когда будет ремонт улицы Садвакасова, потому что там расположены две школы, два детских сада. И обустройство тротуара по улице Малая Ташкентская, там тоже 123-я школа. Вопросы от жителей мы адресуем непосредственно акиму. Телеканал «Алматы» запускает прямую линию с участием руководителей всех районов города. Каждую неделю в эфире информационно-аналитических программ «Телебашня» и «Шарайна» акимы будут отвечать на самые острые и проблемные обращения. 4 и 5 ноября гостями нашей студии станут акимы Ауэзовского и Алатауского районов, Алтай Рахимбетов и Шахмерден Рыспаев. Мы ждем ваши сообщения и видеовопросы.